Так, ну так, меня видно? Может быть, не совсем хорошо, но, к сожалению, свет падает так. Да, Александр, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Всем здравствуйте, кто смотрит наш прямой эфир. Меня слышно нормально? Ну, я так думаю, что на сегодняшний день, точнее, на протяжении 35 лет, это, наверное, неотъемлемая часть моей жизни. Вот так могу сказать. Потому что, конечно же, в разные годы я по-разному об этом думал, но сегодня я уже это понимаю, что вот именно на сегодняшний день это вот полностью вся моя жизнь, потому что с дзюдо связана вся моя деятельность. Ну, я могу только свою точку зрения высказать, вот, потому что я, конечно, не вхожу в состав ни Международной Федерации Дзюдо, там, ни Федерации Дзюдо России, я уже давно не участник соревнований, вот, я только как зритель могу смотреть, да, со стороны. И я так думаю, что, конечно же, все меняется. Меняется, потому что меняется вообще и отношение к каким-то делам, вот, и, соответственно, отношение к дзюдо в частности. То, что думал и закладывал, как говорится, в свое понятие дзюдо, там, реформатор этого направления Кана Дзигора, сегодня, наверное, уже совсем не то, что мы видим там на картинке телевизионной. Я имею в виду на картинке соревновательной. Это касается разных там таких ступеней, там, и в том числе, как и сами правила видоизменились, и техника видоизменилась, и весовые категории изменились, и много-много-много всего. Поэтому, конечно же, это две разные, как это, север и юг. Вот и все. Ассоциация – это на самом деле такая общественная большая организация. Она была создана еще в 2002 году. Ну, я инициатором был создания такой ассоциации. Изначально она как бы объединяла клубы дзюдо в Российской Федерации. А потом постепенно как бы это вышло уже на более такой международный уровень, поэтому и название немножко видоизменилось. Раньше она называлась просто Ассоциация клубов дзюдо, а сегодня Всемирная ассоциация дзюдо. Конечно же, мы проводили и проводим разные мероприятия,
И как я уже сказал в предыдущем вопросе, да, что мы, ну, как бы я всегда пытаюсь как-то видоизменяться, но следовать какой-то определенному вектору. Мой вектор, он вектор тому, чтобы популяризировать дзюдо именно как средство физической культуры. То есть я пытаюсь предложить людям не узкий такой, не узкое направление, что мы занимаемся дзюдо для соревнований, а я пытаюсь через вот ассоциацию, через проведение мероприятий, через ассоциации показать людям, что дзюдо – это часть жизни, и она может быть достаточно, как бы, большое место занимать в жизни человека. Что можно прийти к дзюдо там, не знаю, в 10 лет и никогда не расставаться с дзюдо, потому что оно будет приносить пользу и улучшать качество жизни. Поэтому через ассоциацию, через Всемирную ассоциацию дзюдо мы проводим различные мастер-классы, показательные выступления ездим. Я привлекаю различных специалистов из области как соревновательного дзюдо, так и дзюдо несоревновательного, различных научных людей, которые в науке дзюдо и так далее. Ну, мероприятия проводили на сегодняшний день, ну, так, наверное, достаточно, ну, немного, но так, мы проводили мероприятия, значит, ну, в Российской Федерации, в Болгарии, в Италии, в Испании, в Израиле, где еще? Наверное, все, вот я пока, наверное, все. Да, конечно. Ну, я хочу сказать, что в рамках Всемирной ассоциации дзюдо, которой я как основатель, как, ну, так, остающийся руководитель этой организации, потому что она на самом деле такая, ну, как можно сказать, как говорила сова в мультике, безвозмездная, то есть она не коммерческая основа. Мы проводим разные проекты. Это как социальные проекты, образовательные проекты, есть проекты в области науки, есть проекты в области различных мероприятий. Вот в том числе мероприятия Всемирной дзюдо-игры, которые были впервые проведены в 2015 году в Болгарии. Я предложил вам провести в вашем городе на базе вашего клуба в 2021 году, потому что игры проходят один раз в 3 года. 2 раза были проведены в Болгарии, и вот мы с вами обсуждали вопрос о возможности проведения их в Таганроге, в вашем клубе «Дзюдо Тайм». И я думаю, что, в принципе, мы практически уже на стадии того, что мы договоримся о проведении этих игр именно в Таганроге. Я, как бы, категорически скажу «да». А почему категорически скажу «да»? Ну, сегодняшнее время показало это. Мы, слышите меня? Меня слышно? Да, немножко никак, пауза какая-то, да? Все нормально? Не слышно меня? Меня слышно сейчас? Или нам перезагрузиться? А сейчас? Сейчас меня слышно?
Давайте. Так, сейчас я стану гостем. Да, я слышу вас. Именно в телевизоре слышно, но плохо слышно вас. А сейчас пропал звук почти. Сейчас видимо есть. Ну, конечно. Может, заново включить? Давайте попробуем заново включиться. Так, вот сейчас. Да, меня слышно сейчас? Ну, отлично. Так, я сейчас вот не слышу, да. Александр, давайте мы еще раз проверим связь. Я слышу сейчас вас. Да, я помню по поводу соревновательного дзюдо и может ли оно существовать без соревнований, то есть может ли дзюдо существовать без соревнований? Слышно? Да, хорошо. Хорошо. Значит, конечно же, оно может существовать, оно по большому счету и задумано как технология совершенствования человека. А совершенствовать человек себя может не обязательно с помощью соревнований. Для этого есть различные направления изучения дзюдо. Такие как изучение самой техники дзюдо, как ката, и такое направление, как рандори, то есть свободные спарринги. Через кату мы познаем технику, через рандори мы пробуем ее как бы, ну, в такой в реальности уже применить. Ну и сегодняшнее время показало, что в принципе, когда отменены все соревнования, и люди, которые на самом деле были вовлечены в дзюдо как именно в инструмент физического воспитания, они продолжали заниматься, несмотря на то, что соревнований нет. Ну, а есть часть людей, которые задумались о том, что если нет соревнований, то смысл проводить тренировки, понимаете, и, соответственно, ушли. Ну, не то, что просто перестали что-либо делать. Поэтому я еще раз категорически как бы говорю, что дзюдо, оно, во-первых, и изначально придумывалось, создавалось для того, чтобы быть именно средством самосовершенствования и не обязательно участвовать в соревнованиях. Ну, пример тому, допустим, я и на самом деле моя школа дзюдо, которая уже мои ученики, ну, они, никто не участвует в соревнованиях, я тоже, в принципе, не участвую в соревнованиях, поэтому уже много лет, вот, но, несмотря на это, продолжаю занятия. А мотивация простая, что мы занимаемся дзюдо для того, чтобы улучшить свои качества. Это физические, интеллектуальные и нравственные. И я стараюсь показывать им различные приемы, упражнения и именно говорю о том, чтобы они уделяли внимание тому, как они это делают. Если они внимательно смотрят на это, то они видят, что сегодня они пришли, у них не получалось что-то, а через 2 месяца у них получается. Значит, уже, ну, они видят, что у них есть прогресс. Значит, идет мотив, как бы личный. Я стараюсь, чтобы они сами себя замотивировали. На самом деле, важно не столько, сколько я их буду мотивировать, сколько они сами себя. А я просто как пример.
Алло. Александр, пропадаете со связи, и я не совсем слышу. Да, прерывисто, но слышно. Прерывисто, но слышно. Алло. Я вас слышу, но очень прерывисто, связь прерывается, поэтому я не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите. Да, Александр, Александр, надо нам, наверное, опять перезагрузиться. Я прошу прощения, Александр, связь очень, я не знаю, с чем связана. Меня слышишь? Да, слышу. К сожалению, у меня очень плохой такой эфир. Еще раз такой вопрос. Человек пришел заниматься дзюдо, говорят даже по сущности дзюдо, это вот гибки, есть брюки, есть куртка, а правила говорят, за ноги нельзя, за штаны нельзя. Не мотивирует это в худшую сторону. Ну, не заниматься и, потому что может это в жизненных ситуациях научиться делать, за ноги хватать или что-то, и может это причинено. В связи с чем такие правы, может такой вопрос? Ну, как вы считаете? Я не знаю, на самом деле, как я уже сказал, я не пишу правила дзюдо именно соревновательного. Поэтому какая цель преследуется у Международной Федерации Дзюдо, которая создает новые правила, или у тех, кто проводит соревнования, да, есть же какие-то клубы и федерации, которые проводят соревнования тоже, они создают какие-то свои правила. Я не знаю, какая у них цель. Но на самом деле надо понять, что на сегодняшний день большое место в жизни людей занимает соревновательное дзюдо. Это факт, и это началось с того момента, как дзюдо стало олимпийским видом спорта. Поэтому
очень много акцента делается на соревнования. Соревнования сегодня, современные технологии и современный бизнес, он такой, что надо привлекать внимание зрителей, привлекать внимание аудитории к тому, чтобы сами соревнования были зрелищными. Поэтому придумываются, наверное, такие правила, где нельзя здесь взять, нельзя тут взять, здесь этот прием нельзя делать и так далее. Что касается, не отбивает ли желание заниматься? Ну, на самом деле, я так думаю, что, конечно же, это все равно, что вот у человека есть две ноги, две руки, да, голова, туловище. И вдруг один день ему говорят, значит, сегодня все, больше двумя руками пользоваться ты не можешь. Они у тебя есть, но пользоваться ты им не можешь. Конечно же, это немножко расстраивает. Ну, поэтому я и стараюсь рассказывать своим ученикам и показывать вообще все, что есть в дзюдо. Все техники, независимо от того, какие правила. И я скажу так, что правила в соревнованиях, они могут меняться. Знаете, сегодня так, а завтра так. И поэтому, ну, как я сказал уже, я в соревнованиях не толкаю детей в соревнования, ну и взрослых тоже, а просто обучаю их максимально всему, для того, чтобы они развили в себе максимальное количество тех качеств, которые можно развить с помощью упражнений дзюдо. Понятно, спасибо. Вот такой вопрос. Вот, как вы относитесь к такому выражению? Некоторые тренера, перехватка, особенно своим спортсменам, говорят, победа любой цены. Как вы к этому относитесь? Ну, смотрите, да. Я хочу сказать, что соревнования, на самом деле это все-таки игра, где не стоит вопрос жизни и смерти. Да? Поэтому ставить такой вопрос в соревнованиях, как бы победа любой ценой, мне кажется, неуместно. Можно говорить, что, на мой взгляд, можно сказать, что ты должен проявить все свои способности для достижения победы в поединке, да, в соревновательном. Но это не значит, что ты должен победу любой ценой. Понимаете? Но опять-таки, победа любой ценой – это уже...